Сограждан, уважаемых ветеранов, представителей Русской Православной Церкви, соотечественников и старых друзей посольства. Хотим вместе с вами по русскому обычаю проводить уходящий 2012 год и в предварительном порядке отпраздновать наступление Нового года. Наш повар и его женская группа поддержки постарались приготовить для вас такой традиционный российский стол новогодний с его обязательными атрибутами, а именно салат оливье, холодец, заливная осетрина и даже домашние самодельные пельмени. Так что приятного аппетита. Возвращаясь к важным событиям уходящего года, хотелось бы вспомнить те из них, в которых наше посольство принимало непосредственное участие. Это, во-первых, мартовские выборы президента Российской Федерации, на которых в Эстонии проголосовало рекордное число проживающих здесь граждан Российской Федерации, более 20 тысяч человек. Без помощи многих из вас, только силами посольства, мы, конечно, не смогли обеспечить такую явку. Характерно, что доля голосов, отданных за Владимира Владимировича Путина в Эстонии, была выше, чем в среднем по России. Во-вторых, в самом конце октября, спустя 7 лет после первой неудачной попытки заключить договор о российско-эстонской границе, наконец начались двусторонние консультации по данному вопросу. Будем надеяться, что они успешно завершатся в будущем году. И в-третьих, в течение уходящего года постепенно стал набирать обороты фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Первые его гранты уже пришли в Эстонию. Мы очень рассчитываем, что в наступающем году начнется и реализация программы «Русская школа за рубежом», которая поможет сторонникам сохранения в Эстонии образования на русском языке. Дорогие друзья, до Нового года осталось не более 100 часов. Это очень мало. Каким будет Новый год, наверное, никто из нас предсказывать не берется. Пусть никого не пугает такая колючая цифра 13. В конце концов, обещанный многими 21 декабря этого года конец света так и не наступил. Я уверен, что он не наступит и в будущем году, а особенно если нам удастся с Божьей помощью всем вместе достроить храм в Лосномяне. Так что это нам поможет. Я предлагаю поднять наши бокалы. У кого нет, я прошу обнести официанта. За то, чтобы будущий год был для каждого из нас мирным, здоровым, благополучным и радостным. Итак, с Новым годом, с новым счастьем. С наступающим.